Его начинается родина. Нулевой километр отметил архитектор Сардаров. Этим летом 20 лет мемориальному знаку, от которого все дороги ведут. Если на юг, на Горный Карабах, откуда корни папы Армена Сергеевича, под городком на севере Беларуси – мамина отчизна. 167 страниц о наследии Кривичской и иных наших земель. Когда я работаю с молодежью, я все время говорю о том, что вы не забываете прошлое, вы стараетесь его, наоборот, понять, изучить. В том числе через свою малую родину. Бабушка, дедушка, прадедушка, где, в каком месте? Поезжайте туда, найдите это место, поклонитесь. Я собирал материал, начиная с конца 60-х годов прошлого века. Мимо афиши выставки «Марин», земляка Айвазовского, тоже армянин, родился в Феодосии. Выходец из Одессы несет разумное, доброе, вечное читателям. Показать новинку решили в главном арт-музее страны, по латинскому «Мемориалис». Памятному определяют уровень культуры общества в целом. Этой теме, мало изученной у нас, кстати, специалистами, примыкают прежде всего портретная живопись сарматской эпохи и надгробные портреты, которых у нас в Беларуси существует, к сожалению, всего два. Они вешались или на стену костела, или оставались в крипте. Кованые кресты. Недавно, кстати, они поступили к нам в дар. Украшали в свое время купола небольших капличек. Открывают печатную летопись «Языческие валуны». Позднее крещенный термин ввел профессор Сардаров. Рогволодов камень взорван в 1930-х. Увидеть утраченное в переплете позволяют авторские фотографии. Часовня Ибрама в Ракове были. Кто сказал Шекспир? The time is out of journey. Порвалась связь времен. И это в этом трагедия Гамлет. Не соромьтесь. Руин же это, понимаете? У нас есть такое ощущение, это развалин. На самом деле, вот это и есть святынь. И не всегда следует современностью вторгаться в это. Сколько километров проехал для получения нужных кадров, декан архитектурного факультета Национального технического университета не считал. Этим летом Сардарову 70. Книга «Лучший подарок». А год малой родины – время собирать камни нашей общей памяти. Александр Матиас, Денис Ткаченко. Наши новости.